Всем привет, у микрофона Веля, и это новая, ребята, рубрика на канале «Нож за скилл», где ты показываешь свой нереальный скилл, а я дарю тебе промокод на нож. Промокодом ты его активируешь и получаешь нож промокодом. Это будет просто бомбическая рубрика. Надеюсь на вашу активность, ребятушки. Давно просили прям лютый стендов, давно просили новую рубрику, и вот вам новая рубрика. Ну и не забудьте, ребятушки, давайте добьем 1 300 000 на канале, и тогда выйдет рубрика «Прокачка инвентаря». Новая серия прямо в ваши смартфоны. Я надеюсь, это будет прям быстро, потому что нам не хватает сейчас 5000 подписчиков. Давайте, ребятушки, проявляем максимальную активность, максимальную под этим роликом. То есть подписка на канал с колокольчиком, плюс лайк, плюс комментарий, собственно. Вот, ну и сейчас в группе ВК, ссылочку, конечно, вы можете найти в описании, выйдет пост, где мы будем набирать наших скилловых ребятушек. Ну что, погнали! А спонсором сегодняшнего ролика является бесплатная ММО-стратегия, являющаяся одной из самых популярных мобилок. Армия фанатов, которой превысила 340 миллионов игроков по всему миру. Lords Mobile. Lords Mobile – лучший выбор для того, чтобы приятно провести время. Вам не нужно беспокоиться о точности стрельбы, иметь какой-то суперскилл, быструю реакцию, ведь здесь можно одним касанием положить целую армию. Выбирайте самые разные войска, меняйте их построение, изучайте героев, используйте их потенциал так, как захотите. Создайте неприступную крепость, заручитесь мощнейшими союзниками и объединяйтесь в альянсы. Ну а я вступлю в самый мощный из них. И мы вместе будем уничтожать всех, кто встанет на пути к нашему величию и славе. Здесь уже полным ходом идет нешуточная борьба за трон. И кто знает, может быть, именно ты при помощи хитрости, силы и союзников сможешь заполучить трон. Lords Mobile постоянно развивается. Например, в последнем обновлении были добавлены анимации героям. Разработчики регулярно проводят ивенты, так что скучать времени не будет. Просто переходите по ссылочке в описании, скачивайте игру и получайте бонус. Героя Черного Сокола и целых 3 щита неуязвимости. Начинай свой путь завоеваний в Lords Mobile прямо сейчас. Бум! Выходит новый пост, ребятушки. Ну что, нож за скилл прямо сейчас. Веля создает лобби в игре и добавит туда самых сильных ребят из комментов. Let's go! Набирать ребятушек! Сейчас можно взять, да и понабрать ребятушек. Ну что, давай, Романтик, на свой страх. Во, Дискорд есть, жду в игре, вижу. Е, рассыл, могу тебя поздравить. Дискорд имеется, жду в игре. Прекрасно, прекрасно, если ты у меня в друзьях. Нету в друзьях, поэтому добавляю тебя в друзья, как говорится. Бэм! Отлично, заходи в сеть, и я тебя принимаю в лобби. Принимаю в лобби. Во, Стив. Сейчас примем. Сейчас примем молодого. Господи, минуту целую ждем. 2 минуты ждем. Давай, залетай уже быстрее, братик. Я уже ему в ВК написал, что я его жду. Все, здесь, прекрасно. В лобби. Принимаю тебя. Я принимаю. О, так у него еще и заявка есть. Отлично. Люблю ребятушек, которые сразу заявочки кидают. Отлично. Так, слушайте. 3 игрока у нас в лобби есть. У него Феникс. Я чисто из-за Феникса его возьму. Реально, чисто из-за Феникса. Let's go, let's get it, как говорится. Вроде бы парень не бущенный, поэтому как бы давай берем. Отлично, он в игре еще. SCC News, паблик в стендофе, самый лучший. Там информация, новости, вообще балдежно. Спасибо большое, что сделали репост. Феникс, Феникс, Феникс. 2, 19. Найс, прекрасно, превосходно. Я беру и копирую, и добавляю его в друзья. Все, последний ластовый. Последний ластовый, все прекрасно. И мы, ребятушки, летим. Так, Ромасик, давай-ка ты им это, расскажи им правила. Мы играем, ребятушки, в гонку вооружения на карте... На карте тренинг аутсайд, конечно же. На карте тренинг аутсайд. Так, это гонка вооружений на карте тренинг аутсайд. И кто выигрывает, не ливает из лобби, пишет мне свой ВКонтакте, и мы его поздравляем. Мы его поздравляем, зазвонимся в Дискорде. Вот, и как бы даем ему промокод, а он такой: «О, это же нож, вау!» И рассказывает, какой ему нож выпал. Хорошо, внимание, победитель, не уходи из лобби после игры. Распределитесь сами 5 на 5, плиз. Все, let's go! Погнали! Итак, ребятушки, я в режиме наблюдателя. Разминка 30 секунд до начала бойни, так сказать. До начала мяса. Месиво, ребятушки, уже перестреливаются. Они потихонечку разминаются. И кто же, ребята, кто же попадет в топ-1? И кто же заберет
промокод. Как вы видите сейчас наверху, вот здесь я и здесь Рома Грис. Но мы в наблюдателях, вот, мы в наблюдателях, но есть такой баг, как бы, то, что мы как будто игроки, но мы в наблюдателях. Все, let's go, let's get it, ребяточки, погнали смотреть, кто же сейчас заберет топ-1. Мне очень и очень волнительно и очень хочется узнать, кто же заберет нож. Итак, let's go, погнали, смотрим, все, пошло распределение, тут же первые киллы пошли. И я вижу первого, получается, игрока, который смог забрать корону. Второй игрок, кто же? Надо мне, значит, потихонечку. Так, это у нас Диагноз, у нас топ-1 сейчас за КТ. Диагноз, его забирают, но он, по сути, потихонечку кого-то там отстреливает. И, в принципе, у него есть все шансы, чтобы забрать промокод. Прекрасный килл, но его забирают. Боже мой, его просто к нему подходит сзади просто Стоуви. Стоуви у нас топ-1 за теров. И что же он сейчас будет делать? Стоуви, давай! Боже мой, забирает еще одного противника. Прекрасно. Ну кто же, пока что на втором левеле. Но, ребяточки, Дезекс у нас забирает первое место за КТ. Неужели он темная лошадка? Он сейчас просто подлавливал противников. Подлавливал всех противников. Отличные киллы сейчас у наших ребятушек. Но Диагноз вырывается на первое место. И теперь у него дробовик. У него дробовик, он сейчас будет просто расстреливать. Есть килл, еще будет килл, еще килл. Прекрасная игра на пятом левеле. Он на пятом левеле со скорострельным дробовиком, ребятушки. Сейчас что же он будет делать? Что же он будет показывать, ребята, на пятом левеле? Пытается забрать, делает килл, но тут же умирает. Тут же умирает. Кто же сейчас дышит ему в спину? Это Стоуви? Стоуви, но у него, к сожалению, все еще юмп, и ему нужно пройти дробовики. Но Диагноз уже на FN-фале, ребят. Диагноз уже на FN-фале. Что же он сейчас будет делать? У него 6-й левел, FN-фал, и сейчас будет всех просто расстреливать. У него все карты у него. Просто делает килл, делает второй килл, но Дезекс сейчас просто дышит ему спину. Он на 5-м левеле, он может сейчас выйти на следующий уровень. Выйти на следующий уровень, какие... Просто 3 халявных килла было бы сейчас. 3 халявных килла, но не получилось. Итак, он выходит на 6-й левел. И сейчас просто идет битва Дезекс против Диагноза. Что же сейчас будет дальше? Вижу то, что Диагноз уже перешел на ФАМАС. И у него... И, боже мой, и Дезекс перешел на ФАМАС. Это битва года, ребята. Это битва года в гонке вооружения. Ребятушки показывают свой скилл, чтобы получить промокод. Промокод на нож. Давайте наблюдать сейчас, кто же первый выйдет на следующий уровень. На 8-й уровень. Это у нас Диагноз. Диагноз вышел на 8-й уровень. У него калаш. И это просто изи оружие, чтобы сделать еще пару киллов и перейти на следующий уровень. Итак. Смотрите. Опа-на, это М-ка. Разница в 2 левела сейчас у Диагноза с Дезексом. 2 левела разница, ребята. Ну, М-ка это изи. М-ка это изи киллы. Давайте сейчас смотреть. Но Дезекс все еще приближается. У него калаш. И сейчас просто изи какой-нибудь дабл килл, изи трипл килл, и это переход на новый уровень. Что же будет делать Диагноз? Он пытается забирать, у него стилят. У него просто по КД все стилят. Хорошо. Боже мой, Дезекс подошел. Подошел к Диагнозу. И проходит дальше. Да ладно, Дезекс. У него сейчас М16, и ему нужно сделать точно пару сочных киллов, чтобы прийти на 11 левел, пока его противник находится на 9 левел. О, боже мой, с ножа убили Диагноза. Он откатился, с ножа убили Диагноза. Что у нас у Дезекса? У него все так же М16, все так же балдево, все так же кайфно. Смотрите, он сейчас лидирующий. Он сейчас лидирующий. Но пока что какие-то суперкиллы у него не получаются. Ему нужно сделать, когда там типа трипл килл, дабл килл, зайти и расстрелять. Но, ребятушки, мы специально собирали лобби реально скилловых игроков, у которых есть хорошее КД и, в принципе, более-менее хорошее звание. Но тут же Стоуви. Что делает Стоуви? Он переходит на 10 левел, у него М16, и у него есть сейчас возможность просто забрать лидирующее место. У него есть возможность. Также Сейбер подошел сзади. У Сейбера тоже 10 место. Кто же возьмет 11? Кто возьмет 11 левел, ребята? Тот и будет лидировать.
10, 10, 10. Сейчас все до секунд прописано. Максимально все до секунд. И Дезикс забирает 11 левел. И у него АКР 12. Делает красивые киллы. Делает красивый килл. Отлично, даблкил у него есть. Почти трипл килл. Не получилось немножко дожать. Есть килл. И почти, почти. Ему остался, по-моему, еще один килл сделать, чтобы пройти дальше. И, боже мой, его забрали. Его забрали. А тем временем у нас новый лидер. Каннинг. Новый лидер Каннинг, он на 11 левеле и потихонечку подбирается к Дезиксу, который уже апнул свой левел, и у него сейчас АВМ попытался забрать, в принципе, есть килл, но его, конечно, забрали быстрее. Итак, 12 левел, ребятушки, боже мой, Стоуви проходит еще на 12 левел, и у него тоже есть АВМ. Ребята, здесь просто нешуточная гонка, это гонка вооружений на канале Веля, давайте ставим кучу лайков, если хотите видеть продолжение данного формата. Итак, мы смотрим Дезикс, мы смотрим Стоуви, и мы смотрим, что Каннинг потихонечку подходит, и у него уже АВМ, отлично. Три претендента на победу, у них по 12 левелу. Фу, ребята, это сейчас будет жаришка. Я уже весь потел, я уже весь потел. У кого же будет первая 13-я, первый 13-й левел? Давайте посмотрим. Попытается Дезик сделать, пытается, но Каннинг забирает 13-й левел, и у него теперь М140. А это, ребята, оружие не из простых. Это оружие не из простых. Здесь нужно пытаться сейчас как-то выкарабкивать себе легкие киллы. Почти был килл прекрасный. Прекрасный килл почти был. Сможет ли он забрать? Нет, не смог он забрать противника. Напомню то, что еще и Стоуви у нас на 13 месте. И еще у нас на 13 месте кто-кто-кто? Диагноз. Он все-таки не... Он не выбывает из гонки. Он просто зубами грызется за победу. Зубами. Но пока что, ребятушки, но пока что у нас есть два явных претендента. Это, напомню еще раз, Каннинг. И это еще Диагноз. Давайте. Боже, ребятушки, за кого вы болеете? Какой килл сделал Диагноз? Боже мой! У него М40. Здесь уже все реально идет на секунды. Также в спину дышит Стоуви. Боже мой, кто же сейчас заберет топ-1, ребятушки? Три игрока с одинаковым левелом. 14-й левел, ребят. Все, просто здесь нету шансов как-то проиграть. И боже мой, нету шансов проиграть. Еще один игрок, получается, еще один игрок у нас подбирается. Дезикс подбирается, также подбирается к ним и Сейбер. Ребятушки, сколько? 5 игроков на 14 левеле, ребятушки. Но это понятно почему, потому что М40 это реально жесткое оружие. М40 реально очень сложное оружие, потому что у многих уже есть там всякие М110. Боже мой, что сделал? Что сделал сейчас Дейзли? Забрал с ножа, плюс еще Диагноз, у него юст. У него юст и 16 левел. Возможно, именно он станет победителем. Что он делает, ребята? Нож! Забирает нож! Не забрал! Не забрал! Хотя у его, у Дезли и еще у кого? Еще у Каннинга есть очень много шансов опередить. Но нет, Диагноз, у него 17 левел. У него Tech9 пытается сделать киллы. Вроде бы получается что-то сделать. И, в принципе, ребята, по-моему, эта заявочка реальная. На топ-1 18 левел. Отрывается от противников. Отрывается. 18 левел, P350. И где-то тут будет уже нож. Где-то здесь. Он просто приближается к победе. Но также ему в спину дышат противники. Ему в спину прям дышат противники. То есть, Фейлест. Фейлест, и также к нему сейчас пытается Каннинг забраться, собственно, и ухватить первое место. Боже мой, Каннинг, он тоже 350 у него. P350, ребятушки, просто убил сейчас лидера и забрал новый уровень. Что сейчас будет? У Диагноза Дезерт Игл. У Диагноза Дезерт Игл. У него 19 левел, ребята. Пару киллов, делает килл, делает еще один килл. 5-7 у него, еще килл, еще пытается килл делать. И сделал килл с ножа, и последний левел, и его забрали с ножа. Все еще 5-7 у Диагноза, все еще 5-7 у Диагноза. Забирает противника, у него все стилит, пытается с ножа убить, не получается. И Каннинг, Каннинг, у него 5-7, ребята, и он может вырваться на 21 левел и забрать противника с ножом.
у него это получится. Возможно, ребята. Боже мой, наставьте кучу лайков на этой рубрик, на эту рубрику, и она будет выходить очень и очень часто. Ребята, просто два игрока сражаются за топ-1, и у Диагноза есть нож, и у... Не получается, не получается, Диагноз. Ему нужно просто подобраться поближе и зарезать противника, и забрать свой промокод. Забрать свой промокод! Ну, почти не получилось. Боже мой, что делает Каннинг? Ему нужно добраться до ножа, срочно, и сделать срочно килл с ножа. Боже мой, нет, нет, боже мой, он не видит, и Диагноз забирает топ-1. Диагноз забирает топ-1 и забирает промокод на нож. Давайте мы вручим ему промокод. Ну что, товарищ победитель, могу тебя поздравить. Я тебе отсылаю промокод. Жду. Бэм! Все, давай. Так, скопировать. Все. И что тебе выпало? M9 Bayonet Universe. M9 Bayonet Universe. Ну вот, поздравляю тебя. Красивый, кстати, нож. Вот, как и вы все, ребятушки, сможете попасть. Главное, как бы поддержите эту рубрику и подписаться на группу во ВКонтакте, ссылочка в описании. Но микрофона был Веля. Со мной был сегодня Диагноз, победитель. Всем удачи, спасибо большое за просмотр и пока, ребята.